Утро доброе всем. На часах у нас 8:01. Мы едем на Мосфильм на съемку клипа «Желтое такси». У меня сегодня совсем небольшая смена. Два образа, локация одна, ничего такого особенного, но нужно быть красиво, петь, танцевать. Потом всю остальную съемочную группу будут перетаскивать на улицу. Как хорошо, что я там не буду сниматься. Потому что на улице минус 6, по-моему. В машине я сниматься не буду. Та-дам! Будут другие люди сниматься в машине. У нас будет главная героиня. Кстати говоря, это сестра Каташинского Артемия. Встала я по будильнику в 6. Ну как встала? Открыла глаз. Где-то минут через 30 только выползла из постели. Приехали. Привет. А чё ты нас не встречаешь, а? Где ты там потерялся на Мосфильме? Сумка в руке, всегда оператор как будто бы немножко пьян. Родные мосфильмовские гримерки. Привет! Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Вот это вот шикарные уши. Вчера мы на примерке, кстати, думали, что они Владины, оказывается, нет. Тебе бы, Влада, тоже подошли розовые, смотри. Влад, ты просто скрываешь туда. Привет! А вот и наш режиссер. Давно не виделись. Работаем. Мы начинаем изучать референсы, что мы сейчас будем делать. Вчера, кстати, мы на примерке все определили, какие два образа будем делать. Что мы снимаем? Значит, стрелки, вот эти верхние белые, они у нас отпечатываются. И я не знаю, высохнут они или нет. Поэтому я вот так сижу в какой-то позе странной. А ты так и снимайся. Да уж. Будет томный взгляд весь клип. И сломанная шея. Ну и как нам с этим быть? Как с ним стирать? Почему? Да, понимаешь, но почему-то она отпечатывает. Хотя это аква. Кость, почини. Почини. Я уже не могу так сидеть. Ну конечно, открываем глаз. Такой у меня сейчас первый лучок. Праздник, как понимаете. Пойдем. Мой личный. Нет, он поправляет. Я хочу наладить просмотр. Ну, ты натерли. Очень раздраженно чувствую. Не надо раздражаться, надо зен поймать. Кость, ты раздражаешь то, что ты подтягиваешь, а тут раздражает, а тоже вода тоже раздражает, все раздражает. Сейчас Юля развалится, как ухобраз. Туфли тоже раздражают, кстати. Все бесит настроение. Потом это посмотрит потому, что... Бог и скажет: господи, вот они звезды-то. Типа все им тут бегают вокруг них, а их все раздражает. Я потом сниму свой влог, расскажу все про них. На 5 серий буду у Малахова рассказывать.
я пытаюсь как-то... Вот это вот да! Мама Юля идет на братья. Все, хорошо, вечером. Ой. Ну, он взлетает реально просто. Как я с ним буду танцевать? Спасибо. Еще на давай. Молодец. До старта по прямой. Спасибо. Взлетает просто вообще. Много там. Так, резинку для волос можно использовать в качестве. Много их не бывает, поэтому. Держать. Пожалуйста. Да мне некогда. А, тогда работай. Будет тебя. Спасибо. У меня теперь эта песня ночью днем, мне кажется, будет желтая тасия. Да. Удачи вам. Это будут лучшие кадры. Отлично, да. Я уверена, давай. У нас все хорошо. Нас хорошо кормят. Нас никто не бьет. Это добровольно. Это добровольно. От колбаски. Что, вкусно? Колбаски. Вот этот топчик последний остался, кстати. Ну, для тебя оставил, ешь. Давай. Хорош. Обманул? А ты куда кочек поднялся? Вот молодой человек подошел, видите, а вы все это. Колбаски. Все. Съела. Зеленоглазая уже не актуально. Нет, только желтое такси Юрий Савич. Да. Запоминайте каждое слово. Тысяча девушек будет плакать в вашем такси на эту песню. Я больше не звоню, я уже не могу. Ты не услышишь. Сейчас напишу своему парню. Расстанься. Радиоволна. Просто увези сама. Удачи этому шуму. Я
снимаю клип на «Желтое такси», потому что эта песня полюбилась на данный момент больше всего слушателю. Это самая прослушиваемая сейчас композиция из всего альбома. Плюс для меня это особенная песня, потому что ее написал мой муж Александр Аршинов. И нам помогали молодые ребята из Беларуси, которые написали такие песни, как «Синоптики», «Майский дождь». И вот в таком тандеме у нас получилась такая великолепная песня.